Ողտերցիդ պարլամենտի սեսի ռադուն ռաբատվեց ցագրթաֆարստե պարլամենտարի տխուստարտմա խաստերցը դստե թարխոնդունուն ուրգանտես կունմա բոխասկա կադրոնի վենզինա տա պրեզիդենտ բովդես մագասկա վալդար թարխոնդունուն թարխոնգանաջի բնոտմա բոխաստա ջյութ զարինայի կանդիդատուրա արբիտրաժուն թարխոնդունուն թարխոնգանաջի բնոտմա մուլդարտե թայմուրազի կանդիդատուրա ամաս նաուրերաուն թարխոնդունուն սերդար բնոտմա տա բովդեստա թաբուտե միդիայի կանդիդատուրա սակոնտինա զակոնդատինա դեմ բնատու խադրազամնա դեֆադր պարլամենտուն կոմիտեի սերդար գաբատտալան կդբանսան կուտո մագասկա վալդար ռոնոմոյգա կանդիդատուրա տանիս ակակ պրոֆեսիոնալուն ամա քոստե ֆալտերցինոտ յադալ բորովակ կոմիտեիցա դեպուտատոն կուրպուսը ռաղմա ռախաստա ավարտցոկ խոցագիմա ղալասը պարսեֆասիոգան դեպուտատոն կուրպուս ռազդինադրով դստե բանսան կունտ կանդիդատուրա տեֆադալ զախտույսին բարադուն քոստե ռաստոկ թարխու խասեն կոտտաժի խուրս ֆանդիակ տադար դարտար խացան գորզ ֆադալ զոկունը պրոյեկտույ դա ռոցե դուալդար բանսան կունտ կոմիտեիտը կուստարդ բնայ ձրցավոս կոտտաժը բալու ֆատ կրվարեն լումեն մակ ուխտե իզբիրա ախսանգարստա վալդոյ դար ֆասկաուտե դոմդա ուդունը կոնտրոլ բն մարայսեն Մա բինունը գրցաուձան խացան գործ լասն ռեալիզացի ցոլսագը մա կունակ կանեն նորմադար զոկոնը պրոյեկտ միտխտակ թուրգոնտան բարակ ֆարուգդար կանցան սակուստ Ացայդող դարվատին դիսկուսի նաուցատտա ռոյսման մոտտո խիցան դիպուտատտա բնոթիեմ խոստավտ խասկանինակ տադար ղալասը պարսրաստաջը զոկոնը պրոյեկտ իստերցը թվլդար ղալաստայ բո խոստավտ մոյամ դիպուտատտա խասկանինակ տադար խացան գործֆադլ զոկոնը պրոյեկտ ռոյստե իվենզինատա դումդա խիցան արխայտտա լիցենզի կանեն ֆադլ զոկոնը պրոյեկտ մադար վդուն դար խոստերցը դստա դիպուտատոն կորպուսը ուստարտմա Министерство внутренних дел Республики Южная Осетия разработано проект закона Республики Южная Осетия первоначальной редакции Кашерис оборужения, регулирующий противоотношения, возникшие при обороте гражданского, служебного, а также боевого, ручного, стрелкового и холодного оружия на территории Республики Южная Осетия, а также содержащие норму, определяющую порядок лицензирования производства, хранения, ремонта и утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия. Торговлю гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия, а также производство, хранение, реализация и утилизация патронов гражданского и служебного оружия и основных частей патронов гражданского и служебного оружия. В настоящее время закон Республики Южная Осетия о лицензировании отдельных видов деятельности от 23 апреля 2003 года. Далее закон содержит некоторые противоречия с проектом закона Республики Южная Осетия об оружии, то есть новым. В соответствии с пунктом 1.6 части 1 статьи 17 закона о лицензировании, подлежат следующие виды деятельности: производство оружия и основных частей огнестрельного оружия, производство патронов к оружию и основных частей патронов, торговля оружием и основными частями огнестрельного оружия, торговля патронами к оружию, коллекционирование оружия и основных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию и экспонированию оружия. В то же время проектом закона Республики Южная Осетия предусмотрено, что те же виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с проектом закона Республики Южная Осетия об оружии. В связи с перечисленными в целях приведения в соответствии с проектом закона Республики Южная Осетия об оружии возникла необходимость внесения изменений в закон Республики Южная Осетия о лицензировании отдельных видов деятельности, позволяющих осуществлять лицензирование видов деятельности, перечисленных в проекте закона Республики Южная Осетия об оружии. Принятие данного законопроекта не влечет расходов денежных средств из бюджета Республики Южная Осетия. Դեպուտատոն կորպուսը ֆիլդար բարսրոզը ձինոդայ բոխասկայի վնձինատը արսետեստը իստ։ Դարտար սոցիալոն պոլիտիկա մենան իզնոտ խաղկանոտ վադլ պարլամենտուն կոմիտետ կուստարդ մարախաստա անաման կավակ սոցիալոն ստրողկանան բնտվադլ զոգունը պրայիկտ։ Ացը զոգունը պրայիկտ ու բոզայուն ծոլդար զոգունը պրայիկտան։ Վրդամը խանց Հեսպուբլիկա խուսար իրստուն սոցիալոն ֆունմա ստրողկանան բոֆստը տարոզեն։ Ռաստագ մակուստքում չինաու ուդունան անաման կավակ սոցիալոն ստրողկանան բոֆստը տարոզեն։ Ամա կուստոտը անամուն ծինոտ կայլերցը նովադինան ծինոտ կաման բոֆխարդը ամա Профессионалом бендурал нищий растают у нас социальным страхканам бафестета разные фадл законы проекта. В Республике Южная Осетия создается фонд социального страхования, социальный фонд так называемый. И для того, чтобы он начал действовать, он, то есть этот социальный фонд предусмотрен договором от 2015 года о союзничестве и интеграции, где Южная Осетия обязуется создать вот такой социальный фонд. И основным, так сказать, базовым законом этого социального фонда будет закон об основах обязательного социального страхования. В принципе, законопроект регулирует отношения в системе обязательного социального страхования, определяет правовое положение субъектов обязательного социального страхования, а также
устанавливает основы государственного регулирования обязательного социального страхования. То есть предусматривает этот фонд определенное количество страховых, страховых видов обеспечения. Это страховая пенсия по старости, страховая пенсия по за выслугу лет, страховая пенсия по инвалидности, страховая пенсия по случаю потери кормильца, социальная пенсия инвалидности, социальная пенсия по случаю потери кормильца, социальная пенсия неработающим трудоспособным лицам, пособие по временной нетрудоспособности, страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве, пособие по беременности и родам, ежемесячные пособия по уходу за ребенком, единовременное пособие при рождении ребенка, социальное пособие на погребение. То есть вот весь этот пакет социальных услуг, которые как бы должны регулироваться государством и обеспечивать население. То есть все это регулируется вот этим законом об основах обязательного социального страхования. Неоднократно прошли комитеты по этому закону, все заинтересованные субъекты были приглашены, лица были приглашены, обсуждение обсуждалось, все изменения, предложения, замечания учтены, внесены в закон, который сформированный закон. И прошу депутатский корпус проголосовать за этот законопроект. Парламент Сардор Хадива Кутбонесон Кутаумагаска Отсузок Уны проекта Иумиога Эздахтысты Цамайна Адам Социолун Форсердагай Цауи Коккат Гунд Ама Умен Ва Барадун Бендурдар. Бонесон Гунзок Уны проекта Намен Кавак Дзинат Хэнцкея Депутатун Корпус Равдысту Иумиог Раз Дзинат. Сеси Бун Фаткмо Лауд на Республике Хадбар Дзинат Расидене Акты Дуэн Фарастазы Бунецетме Амнисти Расидене Фарстер. Сеси Кустме Бовдестау Дуэ Хоз Документ Уменеме Иуме Рэджи Депутат Тхицен Куртба Хасту Ивен Зинетте Кэзетиме Наудесте Зунга Иумиогай. Умегаскара Хастау Тфэндун Фарс Сеси Бун Фаткай Сисен. За каждым законом, за его последствиями, так скажем, за его действием и за законом об амнистии стоят живые люди. Было предложено два варианта. Амнистии. К сожалению, второй вариант, который представили, и доработки в него были внесены очень поздно. И я с ними не ознакомился. Это, во-первых, не только я. И именно поэтому я и попросил перенести этот вопрос на следующую сессию. Но я бы хотел также напомнить, что вполне могла сложиться, и по моим наблюдениям, могла сложиться ситуация, когда ни один и ни второй вариант законопроекта не нашли бы нужное количество голосов депутатов для того, чтобы быть претворенными в жизнь. А я еще раз хочу напомнить, что за этим законом стоят такие живые люди, да, которые ждут этой амнистии, которые, часть из них находится под следствием, часть находится в местах заключения. И надо не забывать, что это такие же люди, как и мы с вами. И у них тоже есть свои надежды. И что они сейчас сидят не на курорте. Разумеется, они сидят там, где они сидят или находятся под следствием из-за того, что совершили какие-то преступления. Но еще раз хочу напомнить, что преступления эти были незначительны, раз они попали под амнистию. И вполне могла сложиться такая ситуация, что ни один, ни другой вариант законопроекта бы не прошли. Могло произойти разделение голосов. И в таком случае этот вопрос бы отложился бы уже надолго, бы, и люди бы остались в том положении, в котором они сейчас тоже находятся. Каждый из нас, наверное, в жизни ошибался, я не знаю людей, которые не ошибаются, в том числе и эти люди, которые сейчас в местах заключения или под следствием, и каждому из них нужно, конечно, дать шанс. Но сегодня могло получиться именно так, что законопроект бы не прошел ни в каком виде. И эти люди бы остались под следствием и под стражей. Я считаю, что это неправильно. Поэтому я внес предложение о том, чтобы перенести этот вопрос, доработать его, провести необходимые консультации и вынести его в следующий раз. Сеси Хустормама Хастерцет Комиссис Кунтер. Зарамеджи Пустет Суовари Суи Сохор Кенене Несонен. Ацефорст Хустормара Хаста Савдаджира Дореста Транспорта Мерзу Ресурсты Федер Парламенту Комитета Сердар Элбурте Алан. Группа депутатов парламента Южной Осетии встречалась
месяц назад с представителями ФТС Российской Федерации, где были обозначены определенные проблемы, которые возникли между таможенными органами Российской Федерации и Республикой Южная Осетия. После этого прозвучал доклад в стенах парламента, и по результатам этого доклада председателям парламента было дано поручение нашему комитету проработать состав комиссии, временной комиссии по расследованию ситуации, которая прозвучала в этом докладе. Мною были написаны письма руководителям фракций для того, чтобы они представили своих кандидатов в работу этой комиссии. Положение разрабатывается, и комиссия, если вы эту комиссию утвердите, начнет работать над положением и над тем вопросом, который был поднят в этом докладе, и по тем поручениям, которые будут даны. Комиссия скунма боцедесте парламенте дас депутат Сланте Иван Мулдарте Гари бибилтат Самеджиот Елена, остат Роберт Медуйте Джамбулат, албурталан бесат зитат ихталанема орегате инал. Комиссия уэнкте скунд бафидар гундерсе диумио каласе перстей. Сеси яку стадар тарку толам хас фарсте тей. Невресма мах ковитам сладуме шпуденте. Хам яхи кирихтуме ка мессара. Комиссия ко маша шарда гуляк. Невресма. Кирихтуме фалда. Мы умужей молодой чез ченджи кашава и кускуля пускун проканял. Тады же рунканы заявившим, базайте сюжетшка. Но второй мах и естуны молодой, на хаде. Ковы кэнэ мэцэрвит, а мах и естуны халгэй. Мы мэканды бахахин кэш. Президент мэдэр, правительство хиша мэдэр, парламент мэдэр. Шэмэ исты, хамбах мэ ист комитетта, ист хиша дэ, министр эстрата. Мы истинно им ремесленным шаменям можем, где можем. Шаменцы нахим мидерошем, а уран крестефадате, шамен хоги машем. Мох маис, охам, кадровый резерв, мы лихшодар, дихча бюджетай. Пари тюртумам, куром, отчет, шкод шава, коста уши форстой фадар. Витхай мы олоздар, хищенка, нам лихшар. Кадровый резерв. Мы уже кадровый резерв. Мы как раз хома боша у япологини магаска. Ну за это зону когда и на фейфтой. Чи охор чифаши мы яхи дочина сортон мы аудун. Аудун же боша мы будет. Чи кадровый резерв мы. Кацак кау перед квалификация. Кана я квалификация фахуз даркан. Хаул дарджи. Са уже шайт хайхишан кенч. Мы шама если я уже кадровый резерв. Значит, пойду кануй там. Драр министерство, кана администрация, кенфанда. Сеси Растаджимар Костов, Дендер, Форсет, Амдер. Арангарун территории Тилвавак, Капта Цершите Форслевет, Эдосинат Макаккан, Нотфетл Парламентун Комитете Бунефетке. Паракведу Умегеске, Арангарун территории Тикеттери Тервей Ехи Фетк. Уйвей Энеман Каваг Нурме, Фелет Цершите Цордакун Думатан Алхатне Фетзобкене. Эдосинат Макаккан, Нотфетл Парламентун Комитете, Эрцердев Доце Форсталвор. Цершите Косакасте Теме Думен Цемезен Сауварме Эркастава. Комитете Костехая Диста Пацахадун, Эдосинат Комитете Арангарун Службе Сарлавек, Алихант Валериан. Уйкудбан Сангута Умегеске, Синплом мегеска азлта тавай арангарун каутл хурзунгаста адсе проблема има. Внаферестаджи комитету ванг токцит свертуй цержете позицил. Библтоцем аз бахатет арангарун управлини сарлавагма цамай раду фимбел цержети месаразуй е дэлборвак комитету ванг тихаядистей. Эрцер Давид ма пацахаду нарене демаркациями делимитациями хоак форстетел. Бирагум форстета и саце деме. Ама у мегеска дискуси ацайдах дарвати рестек. Уши хабар, кайл абу маску чотен. Мах мене и нивлер, журем что, розы нестем, розы нестем. Мен тоже сам май аштег аслан, что кэши проблемата кой кэне. Удон дар, кэд сарозан исмец абун журем рост несте. Приграничный зона, у приграничный зона. Бар удон, они сахи правилата кадом ма погаска кома куса пограничный проблем дергана на ахам зона чи шар пиол кода рафта у фанде эдуват фанде кам фанде дарат ма уйте хажура кадм ахам граница та исмат можно айве мат срост кан ма шема мана на гражданин та маше спокойно спокойно шаве ва це сорозен давай мана бокусам я отвественность я хижа ничи се мана на комиссия из на комиссия мар подам июля бокусам
Она умный стамш, или нож такая, пастамаша, макеса, орози ногу, мох не стама, был, давай боку сам, рабу мох мне, сорозам, мачи, кед уж его просто, ой, сами, свет, со еще стам, юльдар, интергана, не най. Давай авто сорозам, рабодам, на. Интергана, не най, дар, ответственно, стиллер, авто еще стам, роша один, ноги, да, созу, сажу, сматер, жужи стам, у горте, я дофта, уди, я дофта, има авто, базу. Проблема, базу. Кохиза. Мне те обу, сорозен, шос роздарош, вопрос, орастерша, лос, нодана, наду, дженис, хоздарма, Рахаста от фандун самой харсцебе растагмак амитет вангта боцаттакану са форстета, ама уагд эрцауи парламент умбай кустета пацахадун аран ровердалварсек амиста кустаудун хаядистей. Социальная политика менензинат гаканат федел парламентун комитет радухат фарс вертой вейп продукции тесок зинат федел. Кудзунам райсима цеттегун цев сармагун законы проект. Ябен дурал бар налодзен ласен уадзен парахатам реализаций кен вейп продукции тесок зинат тенгестеру. Ама у мегаска доме карзер каст. Огромное количество информации идет в парламент, что вот этой вейп продукции, можно сказать, злоупотребляют наши дети, подростки, недооценивая его, так сказать, пагубное действие на организм, недооценивая его вред, который несет вот эта вейп-продукция. Напомню, что вейп-продукция – это средства доставки никотина в организм, так называемые средства доставки никотина. То есть в организм, можно сказать, подростка, ребенка доставляется большое количество никотина. Это яд, как вы знаете. И поэтому до этого был разработан очередной законопроект, то есть внесены изменения в закон о табаке, где мы практически запретили это продавать детям вейп-продукцию, то есть людям до 18 лет. Но эти, так сказать, половинчатые органические меры привели к определенным, так сказать, существенным эффективным мерам, и поэтому было решено, предложено группой депутатов, в частности, комитет работал над этим, группой депутатов, чтобы полностью запретить ввоз, распространение и реализацию вот этой продукции. Комитет Кустмахундер седесте компетентуна дай мактаю духицан тай банасан кутуй са позицию авак тасак зинады фадл кацмам хицесте скулай карасы валатта. На мой взгляд, работа в этом должна заключаться непосредственно в разговоре с детьми, в объяснении им всей этой вреда, всей этой продукции. На самом деле, перекладывать ответственность на детей не стоит, потому что, как вы правильно заметили, дети это не соображают, да, модное течение, все этим пользуются. Естественно, ответственность должна быть на взрослых, в первую очередь на тех, которые ее распространяют. Комитетом работа вела только в одном направлении. Мы, исходя из своей компетенции, мы только в школах вели разговор о вреде этой продукции. Но на самом деле эти меры они к какому-то существенному результату не приводят. Безусловно, может быть, дети начнут задумываться над этими и, возможно, будут воздерживаться от дальнейшего употребления. Но все-таки совершенно верно тут написано, надо это все изымать, штрафовать. Но единственное, что я здесь не согласен, тут очень такие лояльные штрафы, в том числе на граждан, которые без образования юридического лица распространяют. Вот я думаю, что наоборот им нужно увеличить, потому что это больше ответственности. Я за это, конечно, да, ну а как же быть с теми же сигаретами и табачными изделиями других видов? То есть мы здесь, я так понимаю, исходили из того, что предприниматели продают это детям до 18 лет. До 18 лет. Нет, всем продают. Всем продают, всем. Не только до 18 лет. Вообще, ну, до 18, мы сейчас же говорим о детях, да. Как бы, да, вот. И, то есть, вот эти предприниматели изначально уже нарушают закон, который прописан, и продают до 18 лет. А вот этим законом мы как-то можем избежать таких других негативных моментов, что они другие сигареты не будут продавать. То есть, нет, этим самым мы сможем как-то уберечь здоровье наших детей вот этими вейпами, вот запретом только. Если наши дети
за все это время, то есть не сейчас, а вот за определенные несколько поколений подготовлены к тому, что так или иначе подготовлены к тому, что сигареты — это зло, например, это вмешается в общество, это вмешается дома. И процентов, по моим исследованиям, процентов 6-7 всего школьников курили сигареты, по моим данным, 6-7% всего лишь. Да. То по вейпам, как минимум, по нашим данным, курят 50%. Вы понимаете, какая огромнейшая ситуация? То есть сигарета все равно внушается детям как зло, и поэтому дети его не курят. А вот это вейпы они недооценивают, не понимают, что это такое. И вы понимаете, что в одном классе изъяли 20 вейпов, 20 электронных устройств. То есть практически весь класс курит. И они думают, что они не курят, они думают, что это просто обычное, там, покушал кофе, тик-так, даже постоянно освежил рот. Вот так они думают, понимаете? И мы, там надо какое-то определенное серьезное время, чтобы мы пришли к тому, что вейп — это зло. Но пока дети его не воспринимают. Если мы вот эти жесткие меры не поставим и не ограничим ввоз, тогда эти дети, вот эти дети как раз таки перейдут, все, которые 50% начали курить, вот эти вещи, перейдут потом на сигареты. На мой взгляд, именно сегодня мы должны принять жесткие меры. Вот здесь, в тексте закона, я буквально ужесточила наказание. 1500-2000 рублей – это совершенно ни о чем, потому что, как правильно было отмечено, будут находить лазейки. Есть у нас очень недобросовестные граждане, которые не думают о будущем нашей страны. И поэтому мы должны это очень серьезно ограничить. Вохсрастаджи Мохам работодер цавзан баратоқана гургантахаяд истамави фаста форст хостер цавзан президиум дар. Комитет декок форст на республика экологию нововар дзерцав сэрож дар каутл. Захабин коммуникаций такам на умсак анализаций тестуал вун, калце проблемы анис тенграгуни декта, дзердан заврайуне. Агар истаме нук царан хазарты проект магаскак анализаций танут сгдаканан системе та хаст фалатау дун дар нис кустуй. На овар стау эрдзеловтаме вохсрастанак умта фаудзистан дисанитарии бен. Оце проблеме фадалдар комитет хаадиша табира дзерту олкадзе службе дарисы модзалта арас цавенц акта фала фастивак у иумяг олкадзе службе андар проблеме пенатай нидндидзе. Цама форсту гум. Юкоды Мерседес дама вайвет район тувалдой дарзау саразен иумяг сгдаканан системе. Цама и канализацион дэтта вэнгте мола дарсу мэли вахиме мотадзуй. Оце кодтаж кави иумяг архайд алчи дар яхи фадз дахане. Район тик ухтари вэкэнджетай райдауге. Вахсрастаж тавэдзан рабат оце форсты фадал.